Друзья, мы на стенде нашей компании, поставщика электромотоциклов Coulter, они же Tinbot. Абсолютно идентичные мотоциклы, производятся в Китае. И Tinbot — это бренд, который продвигают в Европе. Возможно, и мы в Россию будем возить под этим брендом. То есть посмотрим, как будет производитель под каким брендом, да, но пока они делают и Coulter, и Tinbot. Так вот, эта версия для полиции, смотрите, как выглядит, очень круто. Вот, в принципе, мы можем тоже ее поставить на рынок России. В ближайшее время появится версия 5 кВт, 100 км в час, запас хода, точнее, скорость 100 км в час, запас хода до 140 км, две батареи, и, возможно, их тоже увеличат. Сейчас батарея одна 72 вольта на 26 ампер часов, будет версия 32 ампер часа, соответственно, увеличенный запас хода. Вот такой вот байк, видите, на шоссейных колесах, также возможно сделать на оффроуд колесах. Поэтому производитель развивается, усиливаются разные элементы конструкции, которые сейчас мы выявляем совместно с производителем, и, соответственно, дорабатывается он, в принципе, уже в том состоянии, который отвечает всем требованиям, получил европейскую сертификацию. В общем-то, такой интересный байк. Тесты в ближайшее время мы его проведем и внедорожные, и на дорогах, покажем вам, как это происходит. А пока вы можете посмотреть европейские тесты на YouTube, они тоже есть, и ознакомиться, как он ведет себя на дороге. Доступен к заказу у нас сейчас в черном цвете. В наличии есть байк в Новосибирске. Это вот на момент записи этого видео ноябрь 2019 года, 6 число, 6 ноября.